Ну как проходит праздник Троицы? Вообще уже, ну, выпили 3 раза по 50. Ну. Праздник Троицы, блядь. Вот мы Троица, ёпта. Праздник Троицы, вот. Да. Второй. Мы, блядь, дорогие мексиканцы, чуть-чуть и Теобалду, блядь, нахуй. И Санчо, блядь. Санчо, чуть-чуть и Теобалду, блядь. Праздник Троицы. Праздник Троицы, блядь, да, ёпта. Маленький ротик, блядский животик. Праздник Троицы, не считая собаки. Трое в лодке, не стесняясь собаки, да, блядь. Бля, вообще охуенно нам, ебать. Ваши заебись. Люди, нам заебись, у нас коронавирус, ёпта. Пью за коронавирус. Да, коронавирус, ты чувак. Слушай, Юра, я что хотел тебя спросить, блин. Ты никогда не наталкивался, блин, на такой ролик на канале Алкобатенька «Секс с депутатом»? Да ну нахуй, нет. Ну где Агыга? Агыга там, помнишь, говорит? Не, блядь. Путил и писю, да, вот не видел. Вот я слышал, что он говорит. Он и, блядь, без канала так говорил, что он пищу не видел там нахуй. И вот тут, он же пиздец. Булановый писер. У него все, блядь, на почве пись, ёпта. Он, блядь, пиздострадатель нахуй еще, ёпта. Еще тот нахуй. Нихуя, аж друг друга перебивают. Бля, у вас какая-то актуальная для вас тема, парни. Давайте больше конкретики. Конкретики? Конкретики. Вам нравится передача «Секс с депутатом»? Бля, вообще заебись. Заебись. Слав, тебе нравится? Нам нравится Виктор Агыга, но он что-то не договаривает. Мы против. Мы хотим... Витя, скажи все. Всю правду. Всю правду. Он нам скажет. Я, ну, я могу сказать со слов покойного Витора Рембоза, блин, что когда Витя Агыга... Вернее, когда Витя Агыге попала в руки видеокассета, блин, с гей-порно, он 5 дней не выходил из дома. Блин, наверное, мозоли натер, да, ёпта, пиздец на руках. Дрын, наверное, стоял, пиздец вообще. Денис у него был. А да? После этого он пошел зачем-то покупать это, стринги в магазин там, да. Хорош, зараза, да. И наебашится, ну, бля, Гербатона нахуй под это дело. Ищет, человек ищет. Ищет себя. Рок-н-ролльный ищет себя. Бля, вот сейчас его здесь не хватает, да, ёпта. Прикинь его сейчас в стрингах в этих, ебать, пенис холдер нахуй такой стоит. Ну ладно, вот смотри, давай у тебя лучше грач спросим, а то у Вити там какие-то стремноватые ответы. Вот последний ролик там с ним был, блядь, что надо делать, вот, если баба не дает, вот что надо делать? Ты идеал. Другую надо бабу, ёпта тогда, ёпта. Другую, о, ответ настоящего ебаки, другую бабу надо искать. Ну да, борода, усы, ебаки. Да, он, признак, да, знатного ебаки. Агыга что говорит? Дрочить надо! Пить, жрать и мастурбировать, он говорит. Пить, жрать и мастурбировать, да, блядь. А потом наступит МТС, ёпта. Может только ссать, ёпта. Если, блядь, всю жизнь пить, жрать и мастурбировать. Короче, нахуй, осветили вопрос, блядь, что делать, если бабу не дают. Знатные ебаки осветили вопрос, что надо делать, когда баба не дает. Слав, что надо делать, когда баба не дает? Ну, знаете, это было целый ряд исследований. Ну, про тебя я не говорю, там у тебя вообще полный, блядь, заебись, блядь. У тебя что? А что, у меня собака. Если баба не дает, блядь. У меня собака. Если баба не дает, то у меня собака. Ёб. Вот это охуеть вообще. На этих... Слышь, а что у него лапы-то нету, блядь, да? Ебать нахуй. На холодец ушла. На этой веселой ноте мы закончим, блядь, с этим вопросом. Тебе.